Здравствуйте, это «Вечер на седьмом», и в студии для вас работает Анна Кравцова. Мы продолжаем нашу серию эфиров, где мы презентуем наши новые телепроекты на вашем любимом телеканале на седьмом. И в гостях сегодня у меня две мои коллеги. Это Яна Алиматова, автор проекта «Пятая графа», и Ольга Голодова, автор проекта «Простая экономика». О том, насколько сложно было им создавать эти проекты, мы поговорим подробнее сейчас в этом эфире. Вот первый вопрос к Яне. У тебя очень сложный такой и очень нужный, мне кажется, городу проект о дискриминации. Я хотела бы, чтобы ты рассказала подробнее, как появилась идея, как ты пришла к тому, что ты хочешь заниматься подобными довольно-таки серьезными темами. Ну, проект действительно нужен Одессе, потому что Одесса – это самый многонациональный город в Украине, да. Я не помню точно цифры, но вот возьмем в общем, да, если в Украине всего представлено 200 национальностей, да, так в общем, то в Украине, в Одессе представлено 199, то есть это такая сборная солянка, и дискриминация вот в нашем городе – это такой, ну, я не знаю, как это назвать, но это дико, потому что нас много, мы все разные, мы все живем вместе. То есть, ну, нет места дискриминации в Одессе, я считаю, но по факту она есть, и с ней нужно бороться. Так вот, с помощью этого проекта я хочу бороться с дискриминацией, потому что я уверена, что люди все одинаковые, вне зависимости от цвета кожи, национальности, разреза глаз, вероисповедания и прочих факторов. Я считаю, что государство обязано помогать таким людям, обязано защищать их права, потому что, ну, на то оно и государство. И, ну, так должно быть. Я считаю, что моя программа в этом поможет, потому что, ну, мы средства массовой информации, мы должны освещать такие вещи. Сталкивалась ли ты сама со случаями дискриминации? Потому что абсолютно уверена, видя тебя в качестве автора проекта, зритель думает о том, что ты говоришь о чем-то наболевшем. Ну, не скажу, что о наболевшем, потому что чувством юмора меня природа не обделила. Вот, но да, бывает такое. На самом деле в школе, я помню, у меня в школе была уборщица, которая, она постоянно обзывала меня. Я помню, в школе я так не понимала, почему она это делает, потому что я никогда не выделяла себя среди других детей. Я не понимала, почему они там думают, что я какая-то другая или не такая. И, ну, мне было это действительно непонятно, как и непонятно сейчас, почему кто-то выделяет там каких-то, ну, других людей. Вот, да, я сталкивалась, и на самом деле это случается и по сегодняшний день, когда люди в каких-то спорах, да, когда у них заканчиваются какие-то аргументы, да, они начинают переходить на личности. Первое, к чему они оперируют, это к моему разрезу глаз и к моей национальности. Но я как-то стараюсь не обращать на это внимания, потому что, ну, я не считаю, что это оскорбление. Ну, как бы моя национальность, она моя, это моя кровь, ну, как бы в этом нет ничего такого. Ну и чтобы не быть голословным, я предлагаю телезрителю посмотреть отрывок из проекта Яны Алиматовой. Здравствуйте, меня зовут Яна Алиматова, и это новый проект на седьмом «Пятая графа». Почему мы решили назвать его именно так? Дело в том, что когда-то именно эта строка указывала на национальность. Многие люди по разным причинам были вынуждены скрывать свою этническую принадлежность. Ситуация изменилась лишь с распадом Советского Союза. Тогда же исчезла эта графа, а люди фактически обрели свободу. В нашей программе мы будем вам рассказывать не только о притеснении по национальному признаку. Мы будем освещать все, что связано с дискриминацией и нарушением ваших прав. От острой социальной тематики переходим к не менее важной и нужной – это тематике экономического толка «Простая экономика» с Ольгой Голодовой. Оль, хотела бы, чтобы ты рассказала о собственном проекте и обратила вот на такой внимание аспект. Ты довольно-таки молодая женщина, журналист. И было ли некое предубеждение, что подобный возраст помешает разбираться в тонкостях довольно-таки сложного характера, поможет не разбираться действительно в экономике? «Простая экономика» – это название было вызвано с этим фактором, то есть ты хочешь упростить сложные понятия, ты сама разбираешься, либо что-то другое? «Простая экономика» на самом деле никакая не простая, потому что еще в школе по субботам у меня было 5 уроков, это правда, и 4 из них по математике, и цифры бесконечные, это было очень тяжело. Сейчас, спустя 5 лет, уже прошел университет, гуманитарий как бы берет свое все равно, я люблю украинский язык. Сейчас простая экономика появилась в моей жизни, цифры, я поняла, что
есть столько интересных фактов, о них можно так интересно рассказывать, и об этом должны, правда, узнать все, все телезрители. Поэтому после первой программы, после пилота начинается настоящая работа, мы вошли в нее. У нас поистине, кстати, женская команда, начиная от автора проекта и заканчивая клавишей на клавиатуре, она тоже женщина. Вот, у нас полностью женский проект, это и автор, и редактор, и монтажер, и я как в роли ведущей. Поэтому это такая простая экономика с девчатами, если можно так назвать. Вот, и сейчас у нас много идей, на самом деле, будем их всех воплощать. Пока немножко со сроками тяжело, но мы стараемся входить в график. И, кстати, во вторник в 17:30 смотрите выпуски. Есть и страничка на Фейсбуке уже, есть и почта «Экономикс», 7-й канал «Собака Укрнет». Заходите, присылайте идеи, пишите. Ну, я загорелась, загорелась команда, поэтому все получится, я думаю. Какая твоя цель? Твоя цель персональная и цель у проекта? То есть тот зритель, которого ты видишь по ту сторону экрана, каков он? Для кого эта программа? Вы знаете, опять же вернусь к соцсетям. Сегодня Facebook попросил в группе выбрать возраст читателя, там от 18 до 65+. Я думаю, что это программа для всех. Для всех, кому интересно. Это и для бизнесменов, и для людей, которые занимаются модой. Ну, здесь может быть любая тема. Просто она будет касаться каких-то фактов, каких-то цифр и каких-то понятий. Мы будем об этом рассказывать легко и просто, доступно, еще и иллюстрировать. Поэтому и для детей это тоже будет интересно. Поэтому я думаю, без возрастных ограничений. Я думаю, опять же попросим режиссера показать анонс программы Ольги Голодовой «Простая экономика». Простая экономика. Она может показаться кому-то скучной и неинтересной. Но в нашей программе вы сможете узнать о ней много занимательного. О науке цифр смотрите в проекте «Простая экономика». Каждый вторник в 17:30. Только на 7-м. Следующий вопрос у меня адресован к тебе, Яна. Хотелось бы понять, в какой момент ты решила, что «Пятая графа» — это проект, который рассказывает не только об этнической дискриминации, но и дискриминации разного толка? Ну, потому что, давайте исходить из самого начала. Дискриминация, да, с перевода — это выделение. И неважно, по какому принципу выделяют людей, будь то национальность, вероисповедание, физические ограничения тоже относятся к этому. Потому что неважно, человек ездит на инвалидной коляске или ходит на ногах, у него есть голова на плечах, и он такой же человек. У него есть чувства, у него есть эмоции, у него есть его предубеждения, его жизненная позиция. Это значит, что он достоин определенного уважения, как минимум, к вот этим его интересам. Я решила, что писать программу исключительно о этнической дискриминации — это дискриминация тех людей, да, которые инвалиды, у которых там другая вера, или, ну, неважно. То есть я хочу осветить все, что связано с ущемлением человеческих прав по какому-то определенному принципу, ну, потому что так нельзя. Потому что мы должны уважать и чтить мнение других. Любое мнение имеет место жить. Ну, как бы так должно быть в жизни. И, собственно, поэтому освещаем все, вне зависимости от показателя, по которому дискриминируют. Является ли для тебя собственный проект некой школой толерантности? Черпаешь ли ты при каждом выпуске что-то для себя? Конечно, я всегда относила себя к максимально толерантным людям, потому что, опять-таки, я стараюсь не дискриминировать людей, не выделять их ни по какому принципу. Но когда я столкнулась, вот последний проект у меня был с солнечными детками, с детьми с синдромом Дауна, я не знала, как правильно подобрать слова, потому что, ну, вот слово «даун», да, оно у нас ассоциируется с каким-то обзывательством, ругательством, но по факту это диагноз, да, и вот... Вот эта неловкость, да, как бы подобрать слова, как бы пообщаться с этим ребенком, да, как бы посмотреть так, чтобы, ну, ни ему не было обидно, потому что эти дети, они на самом деле все понимают. И чтобы мама чувствовала себя комфортно, чтобы не было, знаете, вот этой неловкости. Я тоже учусь. Я же говорю, я всегда думала, что я толерантный человек, но оказывается нет, я не знаю всего. И вот в ходе того, как я снимаю программу, как я общаюсь с людьми, с психологами, юристами и так далее, я понимаю, что есть еще учиться, есть еще чему учиться мне и всем нам. Спасибо. Что изменилось, Оля, в твоей жизни, когда появился этот проект? То есть черпаешь, вот опять же вопрос, как Яне, что-то для себя? То есть стала ли ты
какие-то факты, которые узнаешь из собственного проекта, там, где-то применять на практике, либо нет? Еще на практике ничего не применяю, но на самом деле столько всего интересного. Я поняла, что это не скучно. Можно подавать с иронией и просто общаться каким-то сленгом. Позволять себе можно многое на самом деле, потому что у нас много инфографики, все, немножко приоткрою, потом, кстати, фотографии тоже нужно будет увидеть бэкстейдж, как мы это все снимаем. Пишется все на белом фоне, но мы добавляем инфографику. Мы играем с картинкой, как мы хотим. Поэтому телезритель может увидеть все, что угодно. Надо быть, ну, ко всему. Конечно же, в рамках эфира все, что разрешено. Вот, поэтому, опять же, обращусь к зрителям, потому что... У меня нет, да, ответа, как у Яны в программе, я не общаюсь с людьми, то есть я общаюсь с суфлером, грубо говоря, вот, напрямую с телезрителем. И хотелось бы какой-то ответ от телезрителя. Пишите, пишите и рассказывайте, делитесь мнениями, вот как-то будем все на ощупь делать программу еще интереснее. Вот, кстати, по поводу того, что Оля общается напрямую со зрителем, да, у меня есть брат младший, не родной, двоюродный, в общем, неважно. Я ему показала этот выпуск, потому что у него такой математический склад ума, вот, и он, как вот на примере с Биг Маком, для него вот понятие валюты, да, как она соотносится с другими валютами в других странах, для него это большая загадка была, и вот, ну, на таком простом и элементарном примере он для себя что-то понял, он действительно смотрел эту программу, вот так вот втулившись в этот экран, и не отлипал ровно до тех пор, пока не появилась конечная заставка. То есть это действительно интересно. И ему только 15 лет, и, ну, как бы, это классно. То есть отклик уже есть. У меня есть первый телезритель. Я думаю, что у тебя сотни телезрителей, потому что как мы позиционируем, что это наш город и ваш 7-й телеканал, и что здесь не 100-200 сотрудников, а нас весь город, и вместе мы делаем этот замечательный, как я считаю, контент. Скажите, пожалуйста, этот вопрос адресую и к Яне, и к Ольге. При создании этого проекта, ваших авторских проектов, что было для вас самое сложное? Ну, самое сложное, наверное, это все-таки подойти к вопросу максимально толерантно, да? Где-то не передавить, где-то быть помягче, потому что, ну, я стараюсь в проекте называть все своими именами, да? Вот так, по факту, как оно есть. Но где-то это не всегда уместно, где-то люди воспринимают это так, как будто бы я дискриминирую людей. Но, ну, вот это, наверное, самое сложное, подойти к вопросу так, чтобы это было и понятно, и действительно, чтобы до людей доходило то, что я пытаюсь им донести, что нет дискриминации, да, что я не пытаюсь защитить какую-то отдельную семью там, да, или кого-то еще, что я пытаюсь осветить глобальную проблему. Вот это, наверное, самое сложное. Самое сложное, наверное, раскрутить тему, потому что есть какой-то факт, мы от него отталкиваемся, проанонсирую второй выпуск, это будет выпуск про инфляцию. Экономисты зафиксировали в этом году самую высокую инфляцию за 20 лет в Украине. У нас есть такой факт. Я думала, что напишу об Украине. Нет, я нашла другие мировые инфляции и уже отсюда оттолкнулась. То есть самое сложное – это чтобы и тема была интересна, и чтобы, так сказать, найти под нее вот настолько много и настолько качественного материала, чтобы продержать вот эти все там 5 минут зрителя у экрана телевизора. Ну, мы подходим к завершению нашего эфира, и хотелось бы спросить напоследок вот что. Почему зритель должен посмотреть ваш проект? Потому что его делаем мы, семерочка, во-первых. Во-вторых, все новое всегда интересно, и в любом случае хочется заглянуть. И я еще раз повторюсь, что темы будут настолько повседневными, настолько простыми, что захочет посмотреть каждый. И опять же, мы играемся с картинкой, поэтому будет интересно. Я считаю, что зритель должен посмотреть не только мою программу, все новые программы, которые у нас сейчас выходят, просто потому что она касается каждого одессита. Были бы мы центральным каналом, они бы касались каждого украинца, каждого, кто живет в Украине. Но так как мы региональный канал, это касается каждого одессита. Каждый хоть раз в своей жизни, но сталкивался с дискриминацией. Может, он сам этого не знал, просто потому что он не понимает корень, да, этой проблемы. Но она касается каждого. В каждой из новых программ есть зерно, которое можно для себя подцепить и взрастить его в себе. То есть пусть это будет образовательный проект, да, пусть это
будет вот что-то такое освещающее. Ну, в общем, все важно для каждого одессита. То есть кто-то чему-то научится, кто-то что-то для себя поймет, кто-то может поменять свое мировоззрение. Это был «Вечер на седьмом», и в студии для вас работала Анна Кравцова. А в гостях у меня были Яна Алиматова и Ольга Голодова. Они представляли новый проект «На седьмом». Еще больше интересного следите за нами в эфире.